Всем привет, меня зовут Дмитрий Мизаров. И сегодня у нас программа «Ручной инструмент». И наша тема... лазерный уровень. Вот. Многоцелевой лазерный уровень и рулетка 250 сантиметров. То есть... собственно говоря, вот мы можем увидеть, собственно говоря, вот этот вот уровень. Вот, то есть как бы вот они идут. Я могу показать. Если вам надо, поэтому можете вот так вот проверять, ровно-неровно. О, ну так, да? То есть либо по-другому как-то. В общем-то не суть. В общем-то как-то проверяется. Вот поэтому. Поэтому вот ровно поставили, вот он вам ровно показывает. Опять же таки, в общем-таки, каким-то вот боком смотрите, короче, ровно или неровно, ну это, естественно, под перпендикуляром. То есть, разно, в общем-таки, ну как вам надо, так, в общем-таки, и ставить. Также имеется вот та же самая линейка специальная, вот, как мы можем заметить, как я вам и говорил, вот, изначально. Также имеется рулетка, вот она вытаскивается, ну, то есть, вот, я вам просто покажу, даже вот так вот, с этой стороны, да, опа. Потому что еще сейчас я уберу вот она на кнопку, естественно, нажимаете, она убирается, то есть как бы вот вы вытащили, грубо говоря, вот. Вам надо закрыть, вы нажали на эту кнопку, все, и она убралась. Вот также имеется в виду и сам лазер, то есть сюда вот откручиваете, да, батарею вставляете, в общем, батареи вот в запасе даются 3 батареи, вот, естественно, вот такой вот, вот вид у коробки, вот. То есть, там даже все расписано, что к чему, только, правда, не по-русски, вот. Ну и также вы можете устанавливать лазер, даже здесь краткая инструкция по применению есть. Ну, если не сфокусирует, я думал, не хочет фокусировать на такую. В общем-таки, ерунду. Вот видите, как бы, как ставить, в общем-таки, этот поток. То есть это имеется в виду вот этот вот лазер сам. То есть сейчас я вам опять же таки не увеличу. И мы опять же таки включаем его. И вот он вам ровно. То есть это прямо. Опять же таки. Если вам надо ниже. Вот он уже будет такой целью. А если вам надо, в общем-таки, середину, то есть как бы найти ровно, вот он у вас получается тот же самый уровень, то есть уже, ну, то есть, а внутри, как вы можете заметить, это лазер, естественно. Вот, видите, да, как бы. Ну, здесь вот переключатель. Вот, собственно говоря, он весь такой, ну, простой. Естественно, да, ну это просто подставка, чтобы как бы, ну, то есть не подставка, а, естественно, низ его, вот его верх, опять же таки, как я вам и говорил, сам он сделан из пластмассы, вот это вот, пластмасса, и немного, типа, какого-то металла, ну, типа, сделаны под, естественно, название самого вот здесь вот, марка или модель, то есть, ну, марка, точнее, с моделью. Ну, также, опять же таки, написано, выбито он или off, то есть, включено, выключено, понятно.
Ну и здесь, в общем-то, тоже написано, что это за прибор. Ну, а модели, естественно, как таковой здесь не совсем написано. Ну, сама эта штучка, нет, конечно, она удобная, удобная. Я ничего не говорю, что она неудобная, но как раз и удобная. По крайней мере, по строительству тоже. То есть, лазер тоже при... иногда надобится. Ну, по крайней мере, в запасе, что они дают батарейки. Ну, а так... Нет, здесь не ясно, откуда она прибыла. Ну, в общем-то, чья-то не русская. По крайней мере, я думаю, что, ну, скорее всего, Китай, но, сомнение, желать добить лучшего. Конечно, кому понравилась моя наша передача, ставим лайк, вступаем в наш канал, подписываемся, ну и в группу вступаем ВКонтакте или в группы. Все в описании будет написано. Вот внизу под видео опять же комменты. Ну и, собственно говоря, я не прощаюсь. С вами был Дмитрий Невзоров. Всем пока. Увидимся в следующем видео.